Итак, давненько я, короче, не снимал, значит, по этому моду видео. Насколько я помню, в общем, фиг ли там врать, ничего я не помню, я просто посмотрел последнее видео. Врать я ничего не буду, я посмотрел последнее видео и знаю, что мы гонимся за сингалийскими вот этими шалавами, короче, которых мы сейчас разгромим. Перед этим мы купили, значит, сэру Джоселину. Это копье классное, оглушающее, сбалансированное, турнирное, кавалерийское копье. И посмотрим, как сэр Джоселин теперь будет нам набивать бабло этим копьем, этой кувалдой. Неважно. Вот и все. Единственное, что я, короче, не посмотрел, я так быстренько просмотрел видео, значит, что я там... я наемник на службе у Ферсвейна. Отлично. По праву рождения вы можете тренировать рыцарей Грифона. Не буду их тренировать. Не, ну может потом буду. Ну, конечно, первыми будут явно не Грифоны. Все, продолжим путешествие. И нападем на этих, догоним их и нападем на них, на этих сингалийских. Работорговцы. Они торгуют рабами. Конечно, не подписывали этот, как его. Ничего против работорговцев, в принципе, не имеем. Хотя они нам не нравятся, надо их убить. Привет, заморская мразь. Сегодня с моей помощью ты поприветствуешь бога смерти. Вот что. Привет, сингалийская мочалка. Сегодня с моей помощью... Короче, я тобой помоюсь. Мочалка. Атаковать. Да будем атаковать, короче. Вперед себе в атаку и все, без разговора. Лучников сейчас выставим там на горке. На всякий случай. Вот тут наши лучники будут держать позицию. А я спешусь. Не, возьмите кувалду. Кувалду. А, это наша. О, у них вон... А, это наша. Привет, мочалка. Иди сюда. Да, лучнички, конечно, молодцы. Молодцы, лучнички. Много убиваете. По жопе вам бы дать. А? Ой, мать, за такую работу. Не, ну а что я от них хотел? Я же хотел, чтобы они побольше убивали. О, сэр Джоселин оглушил сингалийского всадника. Еще кавалеристку сэр Джоселин оглушил. О, нам надо еще такое копье для Фредерика. Обязательно нам надо такой копье. Ну-ка, где наша? Ну, это для рыцарей. Это штучка для рыцарей. Сингалийцы не заслуживают этой штучки. Эту штучку надо еще заслужить. Не так-то просто от нее умереть. Все, надо постараться. Победили. Нас убили наемного всадника. А здесь ранено 6. Маловато. Копейщик и кавалеристка. Мы здесь кого будем брать? Не всех же будем, наверное, брать. Кавалеристку возьмем вот эту вот. Крестьянку возьмем. У нас есть ферфенские бронированные секирщики? Есть. Возьмем секирщика. Ополченец, охотник, лучник, легкий пехотинец, стрелок, тяжелый стрелок. Наемного воина возьмем еще. На этих, ну зачем их брать? На то. Не будем их брать. Просто не за что содержать. Я не против, конечно, их. Хромой гунтер, хромой рысак, южная глефа.
Ржавая сабля, обитый пластинами круглый щит. О, хорошо. Обитый пластинами круглый щит. 414. Кому-нибудь дадим его, наверное. И сапоги эти тоже. Погнутые сингалийские стрелы. Нам не нужны. Перчатки. Назад. Уйти. Так, теперь мы... Что я хотел сделать? Я хотел посмотреть на эту Алису. Поговорить с этой Алисой. О ваших навыках, Алиса. Сильный выстрел один. Но зато у нее сильный бросок, твою мать. Серьезный. Но нам не нужны сейчас бросатели. Нам надо или стрелки, или молотобойцы. Так что ты, Алиса, как-то так не вписываешься. У нас тут есть лучнички. Вот. Лесли, поговорить с тобой. О твоих навыках. 9 силы. Сильный выстрел 3. Будем Алисе качать сильный выстрел. На ваше снаряжение, Лесли. Вот тебе сапожки я дам. Перчаточки у тебя есть. Лук у тебя. Отличный охотничий. И стрелы у тебя. Плохие у тебя стрелы, Алиса. Лесли. О, комплект стрелы Дешар. Отличный охотничий лук. Короткий лук. На-ка, если тебе короткий лук. На-ка тебе комплект стрел Дешар. Ага. Вот так будет оно лучше, наверное. Не важно. Готово. Так, едем следующих ловить. Они куда-то в эту сторону. Ну, они, наверное, вернулись назад на свое место. Те ж отряды, они ж спаунят. Там, где спаунится, там же ж и бегают. Опа, стой, демонопоклонники. Куда мы? Рыцарь ебеновой перчатки. Не в ебеновой просто. Заклинатель, Магнус и поклонник. А ну-ка давай-ка мы этих еретичков сейчас. Таких зачуханных. Пошел отсюда. Кровавый меч. В общем, с кем мы воюем, так и надо выяснить. Ага. Да будем догонять их уже, этих ебеновых. Не понял. Ладно, едем в Аламбре. Мы куда-то свалили, я не заметил. Некоторые бойцы готовы к повышению. Кавалист, искательница приключений, пендерский тяжелый, пендерский бронированный. Значит, надо всю эту пехоту, наверное, опустить вниз, да? Рыцарь, сингалийский всадник, воин Ванскери. Вековийский королевский стрелок, ферсвенский, вальки, бендерский наемный скаут. Да не, пусть пока так будет все. Дозорная, наемный мечник. Угу, готово. Давай, Валанбрей, нам надо, наверное... каких-то этих прикупить харчишек, бо что-то с продовольствием плоховато. Посетим таверну. Ну-ка, Скальд Свенджи, странствующий рыцарь. Вот это, короче, не те ребята, что нам надо. На торговую площадь. И здесь мы, короче, продадим вот эти все, вот этот мусор весь. Не будем же мы его собирать, правильно? Ну, ага. Хорошо. 600 копеек мы получим. Зазубренные стрелы. Отличный длинный лук. 26 колющий. Сильный длинный лук. 1200. Отличный, стоит 475 копеек. Тяжелый Моргенштерн. Ну, в общем, нам надо копье для этого самого. Для Фредерика. Отличный короткий лук. 16. Ага. Отличный короткий. Хуже, чем... отличный длинный. Берем отличный длинный. Торговцам разными товарами. Колбаса, сыр, виноград, рыба, капуста. Это вяленое мясо. Нет, не будем брать вяленое мясо. Не, почему? Ладно, назад. Уйти.
О, орденские рыцари, рыцарь рассвета, 14 человек. Да они нам, наверное, сейчас как влепят. Я потеряю всех своих людей. Поэтому не будем мы с ними связываться, пусть они пока покатаются. А сами узнаем, с кем мы воюем. Да. Фракция Фирцвейн воюет с королевством Сарлеон. Только с королевством Сарлеон. Отлично. Твою мать. Как я... Да, ну давай попробуем. Нет, все, на месте. Лучники. Наступать. Рассредоточиться. Конница. Вверху. Пехота. Атаковать. Конница. Атаковать. Я слажу с коня здесь. Так какой походный сундук? Беру это сам штуку для рыцаря. Самоотверженно, даже не глядя на. О, 1200. Двумя ударами 1200. Отлично. Вперед. Энхирия. Это Энхирия какой-то такой, вроде катастрофы такой. Я так понимаю, рыцарские мочалки. Это барышни, которые доверились и последовали. В результате получили кувалды по морде. Виверн, виверн. Виверн — это какое-то чудовище. Насколько я помню, такое типа дракона, что-то такое вот. Гадость какая-то такая. Скользкая чешуя, холоднокровная и поганая, поганая. Сколько их там осталось? Один. Ну, уже убейте его. 8 человек ранено. Из них, наверное, 2 рыцаря, которых я ударил. Вот, убит, 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 Манус. О, убито 6, ранено 6. Фирцвейнский бронированный сингалийский всадник, леди Инхирия, поклонники, Фредерик ранен, и сэр Джоселин ранен. Их тут... Фрейлина из Фирцвейна, крестьяне, рыцарь рассвета. Продолжить. Ну а что мы тут имеем? Атаман разбойников. Фиг его знает. Воин Ванскери. Ладно, возьмем. Разбойник. Бестолковый разбойник. Налетчик и Дешар. Возьмем этих Ванскери всех. Все. Здесь рыцарь рассвета. Виверн рассвета и Фрейлина Фельдсвейна. А, поговорим. Управление инвентарем. Ну, понятно, я же говорил, что с этих рыцарей какой-то драный тапок упадет. Ржавый Сальвонский, ржавый рыцарский. Уйти. Так, сохраняемся, едем, продаем этих всех. А, там, наверное, можно поговорить с этой, как ее, Фрейлина Фельдсвейна, говорить. Вы моя пленница, почему вы поднимаете оружие против меня, что мне с вами делать? Мой лорд, я была в неволе у лорда и боялась свою жизнь. Умоляю вас прощать, я даю свою судьбу в ваши руки. Вы могли бы принять мою благодарность за освобождение, уверен, Фирсфейн будет признать. Вы можете получить выкуп за меня, но Фирсфейн посмотрит на это в невыгодном для вас свете. Потратьте 200 золотых на экипировку, это позволит мне сражаться на вашей стороне. Ну вот это сражаться на вашей стороне, это хрень, она, по-моему, будет... Какой-то кавалеристка или еще какой-нибудь это вот такой. А, мы примем благодарность от Фирсвейна. Ага. Ваши отношения с леди Юсит возросли с 0 до 5. О, хорошо.
Вы получаете очки чести. Отлично. Нам это нравится. Итак, поедем этих... О, Вайнскерри. Не. Мы поедем в Сингал. В Сингал продадим их там. Заодно ж погоняемся за этими мочалочками. Сингалийскими. Шалашовочками. Дешевочками. Или как они там себя называют? Соблазнительницы. Соблазнительницы. Сейчас. Поймаем соблазнительниц. И, короче, настучим по всем соблазнительным местам. Ух! Опять еретики кого-то вызвали. Тут, наверное, в этом пендере дырка прям в ад, откуда выпрыгивают эти демоны. Подошли к дырке демонопоклонники там. О-о-о, покричали оттуда. Прыг-прыг-прыг-прыг-прыг. Напрыгали эти. В таверну. Прям настроение у меня улучшилось, потому что мы сейчас продадим этих рыцарей. Ага, хотите взглянуть? Рыцаря света по 600 копеек. Раз, два, три, четыре, пять, 3000. Ну, вивен по 350. Ну, кавалеристка, сингалийский. Копейщик, ну, тоже сингалийская соблазнительница. Мочалки нынче дороги, да. А, готово. Приятно, мне как приятно. Торговец оружием. Ну-ка, мы сейчас тут дворянскими мечами поторгуем, рыцарскими и потертыми войлочными шапками. Нормально, на 300 копеек продали войлочного железа тут. Назад. Меню города, уйти. И посмотрим, кому мы можем дать. Значит, наш Рива. Поговорим с тобой, Рива. О твоих навыках. Сильный выстрел 4. И двухручная у тебя. Ну. Сил 14. Дай взгляну на твое снаряжение. На чё 14? Уже можно дать и большой молот тебе, Рива. И железный щит я тебе дам. Вот такой. Нормально. А зачем ей щит железный? Пластинами. Да ладно, пусть будет. Значит, короткий лук, а мы тебе дадим отличный длинный лук. А? Стрелы у ней. Плохие стрелы у тебя, Рива. Надо купить тебе хорошие стрелы. Угу. Ну-ка зайдем в Сингал, на торговую площадь, торговцу оружием. Посмотрим, может тут есть эти сингалийские стрелы. Нету сингалийских стрел. Здесь есть погнутые милитанские, кавалерийские стрелы. Ха, плюс один к урону. Назад, уйти. Ну и начинаем искать сингалийских мочалочек. Где-то тут они ж болтались, я не помню. У нас кто-то готов к повышению. И это, наверное, дозорная, которая становится стражницей. Налетчик, который становится воином. Здесь 9 воинов в Энскере. Рогатые мужики с топорами. Правильно, пока вы бегаете с топорами, у вас черт знает где, у вас рога и растут. Ну, пока что я не... О-о-о-о, культ смерти. Ну, культа смерти всего 3 крестьянина. Пусть преследует Рафитбей. Культ смерти нас это не интересует. С этого культа смерти у нас мы с Равенстерном воюем, да? Давайте зайдем в Равенстерн. Что я к Солеону. Ну а где эти, где их ловить, этих мочалок? Они куда-то свалили и бегают там, их, наверное, там и убили уже. На. Опять нехватка врагов. Ну, пойдемте где-нибудь, найдем кого-нибудь из Солеона и там наляпаем.
Какая разница, каких пленных продавать? В общем-то. Работорговцы Красного Братства. Член гильдии Красного Братства. Да. Работорговцы. Полдня будешь бегать за ними. Выпадут какие-нибудь рваные колготки. Ну, Десли переходит на уровень 5. Отлично, Десли. Наемный всадник. Наемный мечник, наемный скаут, наемный воин, наемный мечник. Налетчик, воин в эскере. Пендерский тяжелый, митинхайский мечник. Равенстернский имперский рыцарь. Наверное, надо вот этих ребяток всех пониже, наверное, вот это вот. Лучничков всяких. Мечничков. Миттенхаймский. Наверное, один остался, да, из всех, которые у нас были. Рейнджеров. Гвардейцев равенстернский. Все так пониже. Стражница. Все-таки, наверное, будем вперед как-то этих пихать. Пехоту. Ой, и конницу. Пендерский бронированный. Пониже, пониже. Фельдсвейнский. Леди Инхирия. Одна осталась. Член гильдии. Голова у тебя как член. Наемный всадник, наемный скаут. О, вековийский королевский стрелок. Я не помню, смотрел вековийского королевского стрелка. Хороший это стрелок или нет. Сейчас посмотрим. Воин в Анскере. А, не, воин в Анскере это ж всадник. Рыцарь. Поклонник. Магнус, странствующий рыцарь. Вековийский. Поговорить с тобой. Королевский стрелок. Расскажи мне о себе. 270, 230, 230. Это, по-моему, баба с копьем или с топором. Ну, пусть будут. Пойдут. Теперь, Лесли, поговорим с тобой о твоих навыках. Значит, мы можем дать тебе, Лесли, сильный бросок, сильный удар, грабитель, так, щиты, владение оружием. Владение оружием двойка. Очков оружия у тебя там минимум. Значит, мы тебе дадим интеллект. И значит, мы тебе дадим хирургию одну. И, наверное, надо тебе дать сильный удар какой-нибудь. А? Сильный удар. Или все-таки мы тебя будем качать уже на этого хирурга? Да не, сильный удар мы тебе дадим. И стрельба из лука. Лучше потихоньку, не спеша, пока что у тебя все есть. Там же где-то еще этот Ансен болтается тоже. Мы его потеряли. Неизвестно, где он. Этот Ансен. Ну, где-то мы его потом найдем, когда у нас закончится это договор с Фельдсвейном. Поедем по городам и понаходим вас. Лорд Форсайт из королевства Сарлеон проиграл битву. Сейчас мы, наверное, сделаем кружок по Равенстерну где-то. Мы с ними не воюем. Поищем наших. О, стоп. Это кто? Дюк Бренус. Ого, 39 рыцарь льва. Побежали от него. Ничего себе, дючок. Набрал 39 рыцарь льва и бегает тут. Ищет нас. Не, дорогой. Фу, слава богу. Дюк. Опа, налетчики Красной долины. Культ смерти опять. Армия восставших крестьян. Странствующий герой. Дезертир. Дезертир империи. Дезертир Равенстерна. Дезертир Фельдсвейна. Новобранец ополчения. Воин культа змеи. Короче, здесь вот это только страшно. Это странствующий герой. Да не, пусть бегают. Пусть они понаберут побольше пленных. И тогда мы их, короче, а эти, что у нас?
Вон, лист их. Это, короче, мясо для прокачки. Классное мясо. Кого качать же здесь у нас? У нас тут, в общем, качать сейчас никого. Разве что героев тут раз, два, три обчелся. И взять я могу сколько? 30 только этих самых пленных. Маловато. 30 пленных мы сейчас в Равенстерне ловим. Алиса переходит на 11 уровень. Алиса, поговорить с тобой, Алиса. В ваших навыках, Алиса. Значит, навыки у вас 14 силы. И значит, сильный выстрел 2. И стрельба из лука готова на ваше снаряжение. У вас тут есть металлово, железная, кувалда у вас есть. Я тебе даю большой молот. Так. Нету стрел. Стрел нету. Нужны стрелы. Как только у нас появятся стрелы, я тебя сразу сажу с коня. И ты будешь лучником. Такие конники нам не нужны. Зачем они нам? Если мы можем... Нужны такие конники, чтобы они действительно были такие всадники. Чтоб... Ну и тем будем лук прокачивать все равно. В оконцовке все перейдут на лук. Это такое дело. Лорд Дерегун мореход проиграл. А Арн двухбородый был освобожден. И еще какой-то проиграл. Кто-то еще проиграл. Ну и Ярл Сигизмунд проиграл битву. Посетить таверну. Кто тут у нас есть? Дрочливый Забулдыга. Ага. Ну давай, Забулдыга, дрочливый. Наступай. Жду. Все. А, лучше пусть он, чем я. Так, в таверну. Клариса из Пента. А, поделиться. Да. Становится довольно рискованно. Спасибо, было интересно. Все, что не про сундуки, сейчас не интересно. Брат Рандалф. Нет, спасибо, брат Рандалф. Ты мне сейчас не нужен. О, Господи, зацепил. Большое кавалерийское копье. А, это кавалерийское, это колющий. Урон. Да, назад. Разными товарами. Причем тут лошади? Разными товарами. Ага. Сыр. Виноград, фрукты. Колбаса. Оливки не будем брать. Мясо. Все, назад. Уйти. Ну, судя по тому, что, значит, в исходниках там же было три, как их называют, сундука. А, я не помню, где. В Джилгале, по-моему, в этом самом было сначала. А, значит, в Елене, по-моему, или в Джилгале. В Джилгале. Еще где, в этом самом, в Ривачеге, и еще где-то был, три сундука было с самого начала, в этом самом, как его называют, беженец, горцы, изменники, и так пусть убивают друг друга. То должен быть где-то, наверное, третий сундук. Ну где он, не знаю, надо смотреть, надо искать. Когда это делать, неизвестно. Так, Барт Хавард Донован, странствующий рыцарь. Ну, Донован. Что это Донован у нас? Ага. Лука нет, это просто тупо пехота. Ну, не знаю я, что с этим Донованом брать, таких Донован. Длинное рыцарское копье. Оглушающий 17, укол колющий. Колющий. Это он будет колоть только. Оглушать это когда стучать, короче. Когда без коня. Мастерская палец с металлическими шипами. Опять такой же
Оба, сингалийские стрелы берем. А, сингалийские стрелы нам нужны. Длинный лук, троечка. Да, ладно. Ну да, а с коня он будет колоть. 22 колющий, скорость 73, длина 258. Копье, конечно, классное, но он будет только убивать. Поэтому мы ему это копье покупать не будем. Уйти. И кому мы там обещали, значит, Алисе. Алиса, поговорить с тобой на твое снаряжение. Щит культа змеи. Тебе так не повезет. У тебя не будет щита культа змеи. У тебя будет твое металлово. Ага. А это что у нас за меч? Обычный железный. Сингалийские стрелы. Вот так. Ты будешь такая подруга. Рысака мы тебя забираем. Ага. Чтоб не смущать тебя. И станешь ты у нас Алиса лучником. Мне важно. Алиса. Лучники. Все. Кидаться можешь. Стрелять. Но стой на линии. Так, у Фредерика и сэр Джоселин. Фредерику нам надо поговорить с Фредериком. На ваше снаряжение, Фредерик. Тут кувалда, ему надо еще копье. Хорошее, короче, такое копье, как у сэра Джуселина. Неважно. Весенний без шапок у меня. Три шапки как минимум надо. Ладно. Пока они побудут лучниками. Там некоторые бойцы готовы к повышению. Отряд. Налетчик Венскери, воин Венскери. И пендерский тяжелый, пендерский бронированный. Отлично. Пендерский бронированный 24 человека. Это неплохо, конечно. Что они тут? Эти пендерские бронированные у нас есть. Но нету здесь где накапливать. Тут хоть в этом самом. Вот там есть столетняя война, короче. Сейчас снимаю видео, прохожу. Там хоть в этом можно, как его называют? Скажу я вам. В тренировочном лагере хранить. Опа, не. Да ну ты шо? Ты, твою мать, и он прыгает куда хочет. Посетить Тавену. Чуть не вляпались. Турвана, Кавера. Сингалийский копейщик. О, а сколько же у меня же, наверное, полный отряд. Уйти. Отряд. Да, полный. И никого у меня. Это самый. Наемный мечник или налетчик Венскери. Митенхаймский, Равенстерский, Рейнджер, Пендерский бронированный, Леди Инхиревикин. Ну, кого я тут отправлю? Ну, никого отправить. А Каверу надо бы взять за 2000, пока из денег. Давайте налетчика. Смотритель. Не, это будет рейнджер. Да, налетчика, наверное. Атаман разбойников Дешар. Искательница имперский всадник. Пендерский гвардеец. Ну не, этого мы тоже не отдадим. Митенхаймский. Налетчик, атаман, наемный мечник, искательница приключений. Кавалеристка, член гильдии. Наемный всадник. Воин Венскери. Не, наверное, только что-то, это же я говорю, что. Налетчика распустим. Готово. И возьмем, значит, каверу эту. За 2000, да. По-моему, 2000 просят. Итак, чем вы занимались в нашей последней встрече? Несколько ублюдков лишили своих драгоценностей после нашей с вами встречи, если вы меня понимаете. Не понимаем. Вы могли бы пригодиться в моей команде. Укажите мне на летчика Венскери, капитан, и получите кастрированный труп. Он убежал. Мы его только что уволили. Ты нанята, и я прослежу, чтобы ребята поняли все как надо. Да, спрятали то, что там. У кого торчит, у кого висит. Ага, вот. Аванс ровно 2000. Ни хрена себе аванс. За шо? Ну ладно, Господь с тобой. Ну отряд.
Кавера, поговорить с тобой, Кавера. О твоих навыках. Так. Первая помощь 2, хирургия, конструктор. Тренер 2. Грабитель 5. Ух ты! Да, 2000, наверное. Древковая 140, стрельба из лука. Сил 16. О! Сильного выстрела вообще нет. Есть сильный бросок, атлетика, езда верхом, щиты. И что с тобой делать, Кавера? Бана готова на твое снаряжение. Да, это метательные топоры, метательные вот эти. Короче, щит я тебе дам, конечно. Это у меня есть. Ржавая клепанная. А что она здесь у меня валяется, вот эта ржавая клепанная? Щит. Щит какой-то змеи. Кувалду тебе надо. Тяжелую кувалду тебе надо. Вот эта древковая, мы, короче, тебя заберем. Открывашка, мужчина. Укол 48 колющий. Да? Нам не надо, чтобы ты кого-то открывала. Нам надо, чтобы ты, короче, подруга. Укрепленный деревянный. Щит культа змеи 500. 500 щит культа змеи. Оставим пока. Может, надумаем этой самой. Отличный охотничий лук по нолям. Нужны стрелы. Кавера ж моя вера. Ну, у тебя не будет, короче, ничего этого. У тебя будет кувалда метательный. А здесь у тебя будет лук. Лук со стрелами. Лук со стрелами. На. Лук есть. Стрелы. Не важно. Готово. Ну, я так думаю. Торговая площадь, торговец оружием. Отличная, длинная, рыцарская. Да замечательно, что она длинная и рыцарская. Бронебойные стрелы, 34 стрелы. Берем. Что ж делать? Зазубренные. Это все-таки не это самое. 38 плюс 2 курма. Тоже возьмем. На всякий случай. Стрелы нам. Со стрелами. Дело такое. Так. Назад. Назад. Уйти. Отряд. Значит, это Кавера, 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 Кавера. В общем, она, что грабитель хороший, это хорошо. Но вообще-то, о ваших навыках, ты бестолковая, конечно, потому что у тебя нету сильного выстрела. А бросок у нее есть. Ну, стрельба из лука 120 тоже неплохо. Стрельба из арбалета древковая 140. Ну, это все ерунда. Так, готово. А она 12 уровня. Твою мать. Ну ладно, давай, давай, подруга, давай. Что ж теперь делать? Значит, бронебойные. Значит, тебе вот, тебе отличный охотничий лук. Вот это, что мы тебе можем. Все, что можем. Все, что можем. Да. Да. Неважно, будешь ты Кавера лучником. Лучником. Да, туда к Лесли поближе. Да, к Лесли, все. Фредерик. Сэр Джоселин, надо Фредерику. Короче, копье. Копья мы ему здесь не нашли. Итак, итак. Ну вот это, короче, настроились нас догонять. Преследуют они такие. Красавцы. Патруль волка. Патруль волка предвестника. Ага. Горные бандиты. Угу. Нет, нам с вами не по пути. Патрули, горные бандиты. За этой мелочью мы бегать не будем. Потому что просто потратим впустую время и силы. Поедем мы кого-нибудь мелкого сорлеонского поймаем. Если повезет. Авендур охотится за группой еретиков, расхитителей могил. Стоп. Которые бежали. Ну, короче, бежали расхитители. Авендур за ними охотится. Расхитили могилы в Авендуре. Угу. Барон Икрам из королевства Сорлеон проиграл битву, но сумел бежать. Какой этот Икрам, Икрам этот суетливый. Я ж помню, только что я видел его, он сидел в этом самом. В плену был у этих
И уже бегает королевский стрелок. Вековийский конь. Вообще-то надо было бы уже вековийских коников. Да. Наверное, надо уже всадников вековийских. Стрелков у нас пендерских уже хватает достаточно. И что с ними, с этими вековийские стрелки? Лучников тоже. О, Альфред. Альфред, стой, Альфред. Стой, я хочу с тобой поговорить. Просто поговорить. Остановись. Да стой же, тебе говорят. Перемирие между Дешар и Фельдсвейн подошло к концу. Стой, Альфред. Альфредушка. Эх, да не бегишь-то. Все, убежал. Скрылся. О, Чарльз. Скрылся в белом олене. Альфред скрылся в белом олене. Название как вроде кафешка какая-то. Белый олень. Кафе-бар Белый олень. Альфред там спрятался. Угу. Ну все, что? Вот это все. На. Проехали, сделали круг. Никого не встретили. Не, встретили там кого-то. Но он был больше, чем мы. И мы испугались. О, патрулируешь рыцари. Хм. Не догонишь. Кто у нас по силам, того не догонишь. Кто не по силам? Ну конечно, 39 рыцарей. А? 39 рыцарей льва. Ну конечно, в жизни они бы нас раскатали, блин, так аж. Тут понятно, что тут фельдсвейнские хускарлы, такие названия страшные. Но на самом деле какой-нибудь там этот рыцарь льва накостылял бы по шее. Опа. А ну-ка, стоп. Стоп, 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 стоп. Сколько у тебя там льва? А, Соленский 7. Рыцарь льва 1. Кавалеристка. Лучник. 122. Да не, давай-ка мы с тобой попробуем. Стойте. Да. Мы будем сражаться до конца. Атаковать всеми силами. Все в атаку. И лучников сейчас выставим на борт. Да, вот тут лучники держат позицию. Лучники вот тут держат позицию. У нас в основном только конница. Вот тут даже лучники держат позицию. Ой, как они валят нас. Хлебарщики и соленки. Бронированные лучники, поклонников еретиков валят. Ого, попадос. Да мы-то, конечно. Да ты шо, не-не-не. Рик оглушу из Миттенхайма. Алибарщики, да-да-да. Мечники ж мечники. Да ты шо? Вот это алибарщики. Да, алибарщики у них, конечно, хороши. Так, выходим. Ага, выйти из боя. Нафиг ты, манди. Сэр Джуселин. Да ты посмотри. Что ты там еще рассказываешь? А ну быстро встрой, придурок нахрен. Сейчас я тебе одного вышлю им навстречу. Долбень, сука. Потеряли 16 человек за 3 секунды нахрен. А ну быстренько. Рассказывает он.
Джоселин и Фредерик, и Алисы получили непонятно когда. И Дис это тоже рассказчик. 30% жизни у него осталось. А он нам рассказывает здесь. Мне нравится, вали, а сдай лук, вали. Да, крепко они нас, короче. Да это шарашка, вот это наемные скауты, атаманы разбойников. Не-не-не-не-не. У него-то всего 7 сорлеонских рыцарей, алибарщики какие-то. О, а ну. Не, надо лучников вперед выдвигать. Опа, 47. Все, догоняем. Ух, их 183. Так, где они наши? Королевские стрелки. Дипендерские бронированные. Нет, тут, короче, нет, так дело не пойдет. Где там еще равенстерский рейнджер? Ага. А так, не-не-не. Это что-то не то. Так, готово. Сохраняемся. Их 180. Поклонники, капец, соблазнительниц 20. А ну, рискнем нахрен. Привет, привет, мочалка, давай, базаришь много. Все, стоять на месте. Лучники, наступать, рассредоточиться. Конница, верхом. Конница, атаковать, пехота, атаковать. Все. Спешиваются, там видно. Давай. Королевский стрелков валят. Мочал. Да ты посмотри. Сейчас убьют нахуй. Так. Хотел плен взять. Там нафиг. Ну ладно, посмотрим, что это как. Фредерик, Алиса, Лусон. Сингалийский всадник. Кривийские королевские стрелки. Кривийские королевские стрелки, что исчез? Я лежу. Искатель, пендерский бронированный лучник. И кривийские королевские стрелки, соблазнительница. Так, все. Да, да, да. Выйти из боя. Еще потеряли кучу людей. Бежим, 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 бежим. Шу! Да пошел ты! Сейчас тебя выдвину вперед. Лежит он там, лежал и вонял так само, как я. Сейчас он тут рассказывает что-то. Так, ну ладно, ну хорошо, почистили ряды. По крайней мере. Все. А, посетим таверну. Будем здесь отдыхать. Кто это у нас тут? Дозорная. Давай, дозорная. Позорная. На торговую площадь. Торговец. Оружием. Комплект бронебойный. Комплект бронебойный. Длинный композитный. Короче, не. Так не пойдет вот это. Долго придется гул морочить с ними. Ну, назад. Вернуться. Уйти. Отряд. Ну ладно, а ты нет, ты все-таки пойдешь в пехоту, наверное. Да что это такое? Постоянно его что-то ранят и ранят. Говорить. Ну твое снаряжение. Лошадь я тебя пока заберу. Ты уж не обессудь. Пешком побегаешь. Побудешь ты у нас пехотой, я покажу. Пехота будешь ты. Все, отдыхаем.
23 копейки за ночь. Ждем. Это не так не пойдет. Сообщают вам, да, нам как раз сейчас праздники нужны. День, еще день будем сидеть. Нифига себе мы получаем. Поздняя ночь, повышение, рассвет, отряд, уйти, отряд. Странствующий герой у нас есть уже. Налетчик воин, дозорная, стражница. Все, уже будем делать эту самую кавалерию. Из девок, из этих дозорных там. Да, вот это мы, короче, два раза сунулись, два раза по пятаку получили. Ну, так со всего маху, так чвяк и все. Наглеть не надо. Не-не-не, ни в коем случае. Все. Гуляйте, ребятки. И еще не все выздоровели. Давайте-ка в торбу. Пока Фредерик побегает пешком. Этот поездит, рассказчик. Мутный. Ищущие смерти тут. Давайте близко, не приближайтесь, вы сейчас под горячую руку найдете как раз смерти себе. Да, что-то не очень, не очень. Бригада что-то такая. В таверну. А, сэр Алистер. Нормально. Вот этих бы, конечно, взять. Ну так а сколько у меня бабла? Они же хотят по 6 тысяч каждый. На торговую площадь, торговец оружием. Бабла у меня всего-навсего. А, милитанские стрелы, плюс 4 к урону. Вот. 800 копеек. Отлично. Комплект бронебойный. Дробящий стальной. Отлично. Большое кавалерийское копье. Колющее. Не надо нам никого колоть. Вот в том-то и прикол, что нам не надо никого колоть. На открывашка. Черная железная. В том-то весь и прикол, что колоть нам никого не надо. Да. Не знаю, не знаю. Ну, взять назад. Назад. Уйти. Отряд. Ну не могу я взять, у меня сразу денег не будет хватать. Надо сначала бабла заработать. Так, на торговую площадь. Вот этих бы взять. Да, это ребята, конечно, хорошие. Правда, тут деталдиран тоже всех подряд убивает. Ну, по крайней мере, хоть не будем каких-то поражений с этим Алистером и деталдираном вот этих поганых. Что я говорю? Буквально за два раза. Шнапак так побили капитально нам. Лесные разбойники. А ну давай. На лесных разбойниках потренируемся. Слушай, знамение мы это не поймаем, а вот разбойников можем. Да, давайте, деньги свои получите. Подходите, стройтесь к кассе. Значит так, конница, сесть верхом. Лучники. Наступать, рассредоточиться. Конец. Атаковать. Пехота. Атаковать. Все, короче, это я что-то выдумаю неправильно. Да, вот с этого надо начинать. Надо заработать бабла, взять вот этих Алиста и Литалдерана. Давай-ка, Фредерик там, набежим. Опа. Они их убивают. Живи. А нам нужны ребятки. Даже Литалдерана как не так нужно, как этот Алиста. Потому что у Литл Дирана ты ничего нельзя поменять. Сейчас не будет разрешать давать это. Да, да, слышим, е-е. Ранено всего 5. Да, вековиска охотница на людей. Хорошо, пусть будет. Управление инвентарем. Ну а что тут инвентарь? Опять мусор один. К
кожаная, клепанная, сбалансированный, вспомогательный, тяжелый, вьючный, светло-коричневая. Ну, короче, это же мусор. Отличный, прекрасный мусор. Угу. Так. Да, я понял. Хорошо сделано в этой, как его, есть мод такой, ой господи, Wedding Dance, еще на Mountain Blade, на историю героя мод есть. Ну там классно, там вот это, ихние базары кончаются тем, что вы, короче, решаете дело поединком. Набили друг другу морды, или кто там кому набил, и все. Никто не огорчается, всем все хорошо. Зайти в таверну. В таверну к этому. О, еще стражница. Отлично. Хорошо, стражницы пойдут. Это как раз то, что нам сейчас надо. Стражница. Да, возьмем. Хорошо, ты сейчас начнешь базарить, рассказывать. Слушай, тебя. Бронебойные, это милитанские там где-то были какие-то. Так, продаем это все, короче, вот этих всех коней чахлых, дохлых, вирусных. Что там у нас? А, погнутый короткий. Не надо нам погнутых коротких. Пендерских больших тоже нам не надо. Пендерских маленьких. И ни стоячих, ни висячих. Никаких нам не надо. Так. Вековицкая охотница на людей, стражница. Сингалицы. Фаглина Дешар. Ну давайте попробуем хоть этих бахнуть. О, Сальон и Фельдсвейн приняли мир, заключили. Все, воевать даже не с кем. Придется на бандитах на этих тренироваться. Давай, мочалки, вперед. Ага, вот так вот, да. Привет. Мочалкин день. Так, да, все, лучники. Наступать, рассредоточиться. Конница, верхом. А, пехота. Где они там? Еду, да? Атаковать. Конница, атаковать. Все. Да ты посмотри. Ну, да, на. Сейчас хоть зону кому-то сорвем. Ёлки-палки, а. Надо этот топор и этот щит забрать. Что-то они мешают. Давайте. Убивайте их нахрен. Ловите в плен, убивайте. Сингалийских. Да. Беги сюда, беги. Беги, родной, беги. Сейчас. Отличный сценаристский капец. Прекрасно их бить по. Бей. Где там? Сэр. Фредерик. Как там тебя? Сэр ты, чин сэр? Фредерик из Миттенхайма, да, давай, меси их. Все, зацепился за камень. Надо этот топор бросить, без толков. Не смогу я ничего делать. Не, ну почему там коников каких-нибудь? Нет, не будет. Так. Ну да, вот это мы можем. Сингалийцев, у которых два раза меньше было, зато ранено 12. Фрелина, Дешар, отлично. С Дешаром надо поднимать отношения. Будем поднимать отношения с Дешар. Готово. Управление инвентарем. О, шапки. Сингалийские шапки, отлично. Сингалийские шапки, это хорошо. Ну и стрелы сингалийские, это лефы. Погнутый сингалийский. Так, назад. Поговорить с сэром Джоселином.
на ваше снаряжение, сэр Джуселин. На тебе шапку, сэр Джуселин. Отлично. Прекрасно выглядишь. С Фредериком поговори. На твое снаряжение, Фредерик. О, тебе шапку. На. О, тоже неплохо. Неважно, кто там у нас еще. С Алиса поговорить. На твое снаряжение, Алиса. 56, 19, 34, 3, 39, шапка. Сингалийские широкие метательные. Сингалийские стрелы у нас есть, значит, кому-то нам надо еще 36 шапка. Кто это у нас там? Лесли. С Алисом. Ну ладно, давай с Эдизом. На твое снаряжение, Эдиз. 28, здесь тоже 28, шапка 36. На, Эдиз, здесь шапку 36. Древковый топор. Рубящий 15, оглушающий. Хороший топор, да, хороший. Нельзя использовать на коне. А этот можно. Бонус против щитов. И этот бонус. Я возьму этот себе топор, я его попробую просто. Попробую. Стрелы дешар у него. Так, где там наша Лесли? Следующая страница. А, Рива. На твое снаряжение, Рива. А, вот, на тебе. Мелитанские тебе дам. Да. Мелитанские стрелы я тебе дам. Назад, Риви, мелитанские стрелы. Лесли. На твое снаряжение. Комплект у нее. Дешарские стрелы. 31. На тебе какую-то шапку, хоть что-то. 33. 31. Еще у нас есть сингалийские стрелы. Кому-то надо дать их, эти сингалийские стрелы. А ну-ка, Вера, на твое снаряжение. Не бронебойные. Вот тебе сингалийские. Ага. Вера. Тяжелый рюкзак у нас есть. Рюкзак дешар. И рюкзак простой. Вот рюкзак простой. Чем они отличаются? Тяжелый двойка, простой двойка. 43-37. Жизни 120, да, вот этот возьмем, у меня жизни побольше. Дешар 46-38, 43-37, 39, темно-серебристый, 53 броня, это 25, это 19. Ну, продадим мы этих рысаков, наверное, нахрен они нам нужны. Да, вот этих рысаков мы продадим-то и все. Вроде так ничего, да, все. Не важно. Идти. Ого! Уровень. Никогда, да, да ладно, слышишь. Среди вашего народа вы перешли. Стражница. Вековийская охотница на людей. Фрелина Дешар, налетчик Ванскери, воин Ванскери. Фрелина Дешар, поговорим с ней. А что мне теперь с вами делать? Ну да, я уверена. Княжеский Дешар будет признателен. Я вам верю. Ваши отношения с героем Энд возросли с 0 до 5. Герой Энд. Он теперь благодарен. Охренеть. Да. Я даже немножко в шоке. Так. И что теперь? Интеллект. Будем интеллект. Захват пленных. Опана. Пятерочку. Двухручная. Стрельба из лука. Сотня древковая. 124. Готово. Значит, и сколько же мы можем теперь пленных? Полтинничек. Ха-ха. Отлично. Я надеюсь на это, что скоро у нас будет такая возможность по 50 пленных таскать. Я надеюсь. На самом деле это далеко не факт. Судя по тому, как мы в этой серии два раза пашнапаку получили, быстро, качественно, так там шлеп-шлеп пашнапаку, по 16 рыл каждый раз. Ага, 11 тысяч, 11 500. Хорошо, теперь на торговую площадь торгуются оружием.
И мы дадим ему, значит, все это, вот это продадим. И, возможно, у нас уже хватит на то, чтобы нанять этого Алистера. Правда, он такая падла, что бегает постоянно, убегает. Электродиран он убивает всех. И нельзя поменять оружие. Хотя, наверное, сейчас мне все равно, будут убивать или что. Фредерик и Джоселин будут глушить. Наверное, наймем все-таки Литлдирана этого. Значит, что у нас тут с деньгами? У нас с деньгами 4 штуки нас стоит наша армия, и у нас 12700. Мы можем взять какого-нибудь Литлдирана или Джоселина. Наверное, Литлдирана все-таки. Я так думаю. Все-таки нам надо сейчас... Двоих мы не можем взять. Алистер, что ты хочешь? Сколько денег? Угу. Пришел рассвет. И, короче, можешь к нам присоединиться. Он 5 штук хочет. Алистер 5 штук хочет. Нет, я возьму Литл Дирана. Да. Ну, это все учитали 100 раз эту историю. Да, 6000 он хочет. Все. Присоединяйся, Литл Диран. Уйти. Отряд. Да, все. Выше. Все выше. А ты, короче, вот тут будешь. Будешь ты у нас конецой. Все. Поговорить, но он не даст смотреть, не даст. На ваших навыках. Ну, это же стрельба из лука, двухручная. Ну, все прекрасно. Я бы ему дал бы какую-нибудь сейчас кувалду, он бы нам столько набил бы всего. А так, не сконяй его, чтобы он лучником стал. Ну ладно, пусть. Когда я еще, у меня 30 уровень будет? Ну ладно. Пусть повоюет. Некоторые воины готовы к повышению. Кто же там у нас готов к повышению? Стражница, вековийская охотница на людей, вековийская охотница, вековийские конники. Да, вековийские конники. Атаманы разбойников, дышар, наемный сержант, стражница, шведский метенхаймский мечник. Хорошая штука, метенхаймский мечник, и побольше, конечно. Так они сингалийские эти копейщики. Гром гремит, земля трясется. Дальше продолжать не буду. Не могу, во-первых, придумать, во-вторых, то, что я придумаю, лучше. Вернее, я могу придумать, но то, что я придумаю, лучше не оглашать в это сам. Опа! Вот это ж они и есть, да? 177 рыл. Ну куда? Ну да ну. Не-не, гуляйте пока. Вы воюйте. Мы вернемся. Обязательно вернемся. Обязательно. Не так как, значит, Фельдсвейн ни с кем не воюет. А. Значит, вся надежда только на всяких бандитов. Оп, кто здесь прячется в деревьях? Кто-то мелькнул, ну, не знаю, кто это. Ага, Рива переходит. Хорошо, Рива. Поговорим с Ривой. О, в ваших навыках, Рива. 15 силы, Рива. Сильный выстрел. 5. И стрельба из лука. Готово. Не важно. Ну, наверное, надо в ней забрать этот щит. Но я заберу, когда у них будет. Когда им набьют им приличную броню. Никовийский конник. Искательница приключений. Благородная выйти. У нас
и странствующий герой, который у нас сосет кучу бабла, столько, сколько примерно этот Литл Диран, и которого убьют же с первой же стрелой. Ну, ну да ладно, пусть будет, что теперь. О, светский рыцарь. А, это наши товарищи, товарищи. Хорошие знакомые. Они набились. На. Да ладно, пусть там полезный воин. Ну стрелок пусть там себе стреляет. Кого-то убивает даже иногда. Шо? У нас с деньгами. 6300, 4700 надо заплатить. Короче, никаких Хевенсхольм. Давайте вперед. Ловим. Кого угодно, где угодно, кого только можно. Рыцарь, компания рыцарей. Это наши, леди Валькирии. Ну, в смысле наши, которые к нам хорошо относятся. Понятно, что они совершенно не думают, что они наши. Нам надо поймать кого-нибудь, кого мы можем избить в пух и прах, скрутить, связать, утащить, ограбить. Оба Вайнскери. 23 Вайнскери, которых мы сейчас... Цит! Ага. Атаковать всеми силами. Атаку. Лучников, ух и лучников. Так, лучники. Держать позицию. Так, ранено 3. Ну, круто. Ранено 3. Я говорю, такая армия. На. А то, управление инвентарем. Ну, тут понятно, какой инвентарь. Вайнскери мы. Прекрасно знаем, какой у них инвентарь. А, вот рыба есть. Вот это уже хорошо. Металлический, рельефный. Круглый щит со звездой. Отлично. Все остальное это метательные топоры, метательные, дротики, боевой топор, сапоги, тяжелое железная шапка есть какая-то, хорошо. А, значит, шапку мы кому-нибудь дадим. Сейчас, а кто у нас там без шапки уйти? Рива, ценный отряд. Так, у нас, по-моему, Кавера там без шапки, да, еще? Да. И Лесли тоже шапка такая зачуханная. На ваше снаряжение, Кавера. Вот тебе шапочка. Что ты у нас метаешь? У нас есть такие метать. Дротики у нас есть. Урон 42 колющий. А топора 41. И дротиков 12. Скорость 91. Урон 42. Вес 5. Топор вес 5. 4. 41. Скорость 98. А здесь скорость 91. Давай-ка мы с дротиками тебе покажу. Ты будешь с дротиками. Угу. С дротиками. Вот это все надо куда-то кинуть. Ну, тогда мы, наверное, кинем же в этот самый. Ну, страшная ты какая в этой шапке, Кавера. Да. Ну, все, едем дальше. Угу.
Едем дальше, едем. А, приняли мирное соглашение. Что-то все тут помирились. Просто прям какое-то... Это счастье какое-то. Счастье просто. А. Мир во всем мире. Ага. Извечная мечта человечества. Волк получил по зубам, но сумел сбежать. Предвестник. Авендор, Ашмендор, так. Равенстерн. Приезжаем в Равенстерн на торговую площадь, торгуют с оружием. И где же нам тут комплект сингалийские стрелы, бронебойные, зазубренные. Значит, а мы здесь продадим вот это. И нам не хватает на сингалийские стрелы. Топоры дорогие. Да. Сингалийские стрелы. Так, это что у нас? Укрепленный деревянный. А мы его продадим. Сингалийские стрелы. Так, а это что у нас такое? Бронебойные. Зазубренные. Продадим бронебойные пока ставим. Так, зазубренная тяжелая. Да нафиг она нужна. Деревянный щит. Нафиг. Сколько нам тех щитов надо? Ржавый большой. Бердыш. Так. Все. Вот так. И так будет хорошо. Я так думаю. Не факт, конечно, но я так думаю, что так будет хорошо. Военный молот. 28 оглушающий. Скорость 108. 12.70. Ну, он такой неплохой, этот молот. Да, наверное. Но у него маленький урон. Так, назад в меню города и в таверну. В таверне у нас есть тут толстяк Борджи какой-то, да, пленники на продажу, 3 налетчика в Энскере, 6900, да, я буду здесь, а ну-ка еще, интересные слухи, ага. Очень интересно, все это прекрасно, Гейдан опять, Шмейдан. Так, так, уходим, уходим, делать здесь больше нечего, угу. Ну и следующая серия, наверное, уже если Фельдсвейн ни с кем не будет воевать, мы посвятим погоне за этими вот тут по мутным горам. Угу. Прокачивать дальше, дальше прокачивать. У нас уже так достаточно этих НПСов. Угу. Сэр Джоселин, Фредерик, Литл Диран. Ну, уже, вот, конечно, тут уже не вот этих вот ребяточек. Вот этих надо. Кавера, конечно. Я не знаю. Она хоть и грабительница хорошая, но с 12 уровня прокачать лучника, но это сомнительно. Ну, хорошего лучника с нее все равно, наверное, не будет. Зато ей дал много кидалова. 12 штук кидалова. У нее есть стрелы и кувалда. Ну, что-то с нее, наверное, получится. Итак, а что с нее получится из этой каверы? И все, что остальное тут случится, мы, конечно, узнаем. Но узнаем уже в следующей серии, да. А пока что все.